Привет, друзья! Обращали вы когда-нибудь внимание, что у некоторых больших грузов некоторые колеса висят в воздухе и не касаются дороги? Зачем большие грузы такое приспособление? Одни люди часто путают это с запаской, другие думают, что это какая-то неисправность. Так в чем же секрет висящих колес? Приподнятая ось – это отнюдь никакая не неисправность и не запаска, а продуманная и крайне полезная функция. В водительской среде данную опцию называют незатейливым словом «ленивец». Правильно же поднятые колеса называются термином «подкатная ось». Выполняет она несколько важных функций. Первая и самая главная функция подкатной оси – это снижение нагрузки на основные оси и равномерное распределение нагрузки. Если сказать другими словами, ленивец позволяет грузовой машине при полной загрузке укладываться на нормативы по предельной осевой нагрузке. Например, водитель разгрузил фуру и едет порожняком. Когда грузовик пустой, дополнительной оси нет никакой необходимости. Ленивый мост можно поднять, пусть покрышки бережет. И не так сильно будет портить асфальтное покрытие. Также поднятый мост уменьшает прожорливость фуры. Пусть немного, но экономит пару-тройку литров на сотню километров. При подъеме ленивого моста фуры лучик к тому же управляется, увереннее маневрирует и комфортно может входить в повороты. Ну и вторая полезная функция ленивца – это когда фура загружена под завязку. Тогда вот и приходит необходимость использовать ленивую ось. Подвеску просто опускает, и она вступает в работу. Благодаря этому можно снизить нагрузку на основную ось и на подвеску. Водители фур говорят, что благодаря ленивому мосту проще проходить весовой контроль, так как распределена равномерная нагрузка. Есть у подкатной оси еще одно достоинство. Когда фура едет порожняком, и в активированной ленивце нет необходимости, в случае повреждения покрышек на основных колесах, можно снять колеса для замены с поднятой оси. Сегодня существует множество моделей ленивцев. Старые модели активируются ручными приводами. Многие современные грузовики и фуры оборудованы автоматизированными ленивцами. В таких машинах механизм сам попускает дополнительные колеса, когда в кузове оказывается достаточно большая нагрузка. И если когда-нибудь вы увидите, что у фуры поднятые колеса, то будете знать, почему они поднятые. И если мой ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствую ваши комментарии под видео. Желаю всего хорошего, пока-пока.